Всем огромный привет! Сегодня видео будет совсем не похожее на все предыдущие, но изредка я буду делать такие видео, чтобы с вами поделиться какими-нибудь новостями интересными, тоже технологичными. Значит, мне тут на обзор для другого канала прислали вот такую штучку, но я решил, что надо с вами тоже поделиться, вдруг кому пригодится. Вы все прекрасно понимаете, что существует куча всяких криптокошельков. Наверняка основная масса народу уже слышала про криптовалюты, всякие там биткоины, этериумы, там литкоины и все подряд. И существуют криптокошельки. Значит, криптокошельки существуют, допустим, на разных сайтах, где вы можете открыть себе криптокошелек. Ну, потом в телефонах, в приложениях всевозможных, во всем подряд. Ну и существуют такие криптокошельки, как бы физические. Они считаются пока что немножко более надежными, потому что если сайт просто пропал, он как бы, ну, пропал и пропал. Или вы забыли какой-то там этот самый парольчик и все остальное, да? И плюс, ну, хакнули у вас этот сайт, там, где-то на ремонт вы свой компьютер понесли, а его там это, вы же, как всегда, записываете прямо на рабочем столе там файл, в котором будет текстово написано «Моя криптовалюта» и там пароль и все такое. Ну вот, хакнули у вас. Значит, вы все потеряли, никто вам ее больше не найдет. Более надежными считаются криптокошельки, которые имеют физические криптокошельки. То есть в каком плане? Все транзакции, которые по перечислению криптовалют, получению, отправке, вы подтверждаете тем, что собственными пальцами нажимаете на какие-то кнопки. Это как бы физические кошельки. Их куча моделей, куча. Это один из них, который мне прислали вот сейчас посмотреть. Вот, The Crypto Wallet. То есть криптокошелек вот такой вот марки. Jupiter Blade 2. Вот название его такого криптокошелька. И сейчас я покажу не настройку, сейчас я покажу как бы обзор его, такая распаковочка. Конечно, я его уже распаковал. То есть он приходит в коробке вот тут вот так вот продырявлено вот так, но не открыто. Это для того, чтобы вы знали, что по дороге никто его не использовал, никто его не видел, ничего такого. Вот, вы сами его должны тут проломать. Это я уже проломал, показал. Вот такая коробочка. Приходит очень быстро сама фирма, которая продает, она отправляет частной почтой. Вот. Вообще-то я с этой фирмой завязался не из-за кошельков, у них ключи безопасности существуют для ваших всяких Gmail, Facebook и все остальное. Но потом мне предложили вот посмотреть такую штуку. Предложили, прислали, я вот вам показываю. Вот, кстати, если кому-то она понравится и захочет купить, я оставлю линк для покупки под этим самым в описании этого видео и оставлю там промокод. Под этим промокодом 20% скидки. Так что вот, хоть какая-то польза, хоть кому-то, пусть даже одному человеку. Ладно. Криптокошелек, фирма, которая его делает, вот она называется. Вообще-то они славятся всякими штучками из безопасности технологической. Вон. Fateign. Вот это. Открываем. Что тут маем? Я уже ее проломал, так что мы его вскрываем, смотрим. Но я еще не конфигурировал его, не настраивал. Так что мы потом отдельное видео это буду заснимать. Значит, больше в коробке ничего нет. Достаем. Сам криптокошелек. Вот он. Смотрите. Очень маленький. Очень. Меньше, чем торхетки, кредитные карточки и все такое. Очень маленький. Сделан из металла. Сделан для того, чтобы его можно носить вместе с ключами. Хотя я не понимаю, кто будет на ключи цеплять как бы криптокошелек свой. Со всякими этими своими валютами. Но факт есть факт. Сделано для того, чтобы можно хоть на шею повесить. Для управления 4 кнопочки. 1, 2, 3, 4 кнопочки физические. То есть, вот смотрите, щелкаю и звук слышен.
для подтверждения окей, вверх-вниз перебирать всякие возможности. Вот две кнопки, включить, выключить и еще что-то типа сброса, наверное, вот эта вот кнопка. Еще будем сейчас разбираться. Включаем, нажимаем, чуть-чуть держим на эту кнопочку. Вот, появляется, да? Появляется, показывает, что батарейка заряжена. И две функции, типа, что тут написано? Create a new wallet и restore wallet. То есть, или конфигурировать новый кошелек, или реставрировать старый кошелек. Я потом все расскажу. Каждый вот этот продается, вы потом сами будете его конфигурировать, чтобы у вас были ваши адреса и все такое. И реставрировать, это в смысле получается так, если вдруг он у вас поломался, этот кошелек, вы его потеряли, вы его утопили, вы на него сели и он хрустнул пополам, то купивши такую же модель, вы можете отреставрировать ваш кошелек и все ваши валюты вернутся на место. Так что это не то, что если с этим что-то случилось, вы все потеряли. Нет, ничего не потеряли. Хотел его, кстати, померить, сколько он тут хотя бы размерами. Значит, 3,5 сантиметра вот так он. И вот тут 6 сантиметров, прикидывайте. Маленький совсем. Хорошая обделка, ничего тут не зацарапаете, ничего, сделано качественно, честно говоря. Материал такой хорошенький, сделан качественно, также можно его погасить. Вот, power off выключился. Вот. Теперь, что еще есть в этой штуке? С другой стороны лежит провод USB, который можно его пользовать, подключить до компьютера или зарядка. Для зарядки. То есть для зарядки мы что имеем? А единственное, что смотрите, тут еще вот этот USB, вот, не новое типа C, а, по-моему, вот эти самые. Так что смотрите, какой стороной включаете еще. Вот. Если мы включим сейчас зарядное устройство от телефона, сейчас я его подключу, то, по-моему, он начнет заряжаться. Батарейка, я имею в виду, в нем начнет заряжаться. Точно. Вот, засветилась менюшка и показывает, что батарейка будет заряжаться. Все нормально с этим. Значит, зарядкой мы решили вопрос. Ну-ка, выключим его. Все, power off, он выключился. Так, провод не слишком длинный, но и не короткий. Где-то, скажем так, с полметра, сантиметров 60 есть в этом проводе. Можем даже померить, бо многие говорят, тут провод короткий. Бывает такие, что приходит, там проводок вообще короткий. Тут 20, 80 сантиметров. Даже больше, чем я предложил. 80 сантиметров провод вот этот соединительный. И еще пачечки лежат. Значит, карточки бумажные, кто не знает, расскажу, для чего эти карточки. Когда вы конфигурируете, вы будете иметь, для того, чтобы его восстановить, это самое главное, это карточка, даже не столько это, сколько карточка. Вам будет предложено выбрать или 18, или 12, или 24 слова, из которых будут потом они там шифроваться и будет, в общем, состоять ваш кошелек. И эти слова вы должны хорошо записать, вот. Или 12 выбрали, значит, с этой стороны запишите. 24 слова выбрали, значит, вот с этой стороны запишите. Или 18 там. Это фразы для восстановления вашего кошелька, если с ним что-нибудь случится. Сразу предупреждаю, но это все предупреждают. В общем, все знают об этом, кто пользуется такими штучками, что это не надо отсылать там по имейлу, ложить на какие-то облака там, писать Word или оставлять у себя в компьютере сфотографированные картинки вот этого всего ваших ключей. Это самое такое, лучше всего на бумаге где-то спрятать и все такое. Плюс еще одна карточка, это такая же для копии этой карточки, чтобы спрятать в двух местах и зарыть, куда можете зарыть. Или существуют еще металлические всякие штучки. Но я думаю, может, в будущем что-нибудь такого тоже покажу. Так что это записать секретные слова, которые конфигурируют вот этот ваш кошелек.
И одна такая карточка Get Started, то есть тут указан вот этот, если его просканировать, вы попадете на инструкции по пользованию этого кошелька и все остальное. То есть вот, как бы попасть. Ну или не просканируете, то вот по этой как бы можете попасть. Значит, вот такой кошелечек. Посмотрите, сколько он стоит, потому что я линк оставлю где, а цены, сами понимаете, все в жизни меняется, и цены тоже меняются. Ну, если хотите, в принципе, одно из вариантов держать вашу, как говорят, криптоденьги, держать на таком вот кошелечке, то есть, чтобы подтверждать все уходы и приходы, нажимая физически на эти кнопки, значит, хакер никакой не сможет у вас хакнуть, потому что ему надо еще свистнуть ваш кошелек. Плюс на него тоже, на вход в него устанавливается крутой пароль, который вы можете использовать. Пароли, которые устанавливаются, как правило, на такие кошельки, имеют большую длину в два раза, чем те, что вы используете в банках, в банкоматы вставляя свои деньги. Так что тут побольше будет всевозможных как бы сложностей, чем его взломать, чем банковскую вашу эту взломать. Вот, это я вам показал. И потом в следующем видео сниму, как это все конфигурируется, как его можно использовать. Хорошо? Так что все, бежим, быстро покупаем, пока там есть 20% скидки с промокодом.